Здравствуйте. Это программа «В порядке» в студии «Аврора Римская». Старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Приморскому краю. Во Владивостоке следователи устанавливают обстоятельства смерти студентки. Следственными органами СК предъявлено обвинение бывшему главе администрации Черниговского района. И как продвигается уголовное дело, в котором одного из фигурантов следователи обвиняют в незаконном хранении, перевозке и продаже шкуры амурского тигра. 15 мая 2023 года в ходе мониторинга средств массовой информации было выявлено сообщение об известном исчезновении студентки одного из учебных заведений города. В ходе расследования уголовного дела отрабатывалось несколько версий исчезновения. Устанавливались обстоятельства, допрашивались свидетели, проведен осмотр места проживания и других мест, где побывала девушка. По маршруту передвижения девушки были изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения. Созданы поисковые отряды из числа сотрудников Следственного комитета, органов МВД, МЧС, работников ДВФУ и волонтеров. Проведен осмотр лесополосы и береговой линии с применением квадрокоптера, а также осмотр водной глади бухты Безымянной, бухты Труда и Аякс. В результате слаженных действий сотрудников и общественности тело девушки обнаружено в море, где ранее была найдена ее обувь. Предварительная причина смерти – утопление. Следственными органами СК предъявлено обвинение бывшему главе администрации Черниговского района. По версии следствия, в 2012 году между администрацией Черниговского района в лице обвиняемого и директором коммерческой организации заключен договор аренды линий электропередач Черниговского района, согласно которому арендатор обязан поддерживать имущество в исправном состоянии. Вместе с тем, в период времени с ноября по декабрь 2020 года в рамках аварийно-восстановительных работ глава муниципалитета из личной заинтересованности, используя свое служебное положение, заключил два муниципальных контракта с директором этой же организации о выполнении аналогичных работ. В результате действий обвиняемого бюджету администрации Черниговского района Приморского края причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 423 тысяч рублей. Следственными органами СК предъявлено обвинение одному из фигурантов по уголовному делу о незаконном хранении, перевозке и продаже шкуры амурского тигра. Он обвиняется в незаконном хранении, перевозке и продаже частей особо ценных диких животных. По версии следствия, двое мужчин с целью последующего сбыта незаконно добыли краснокнижное животное – амурского тигра. После этого они законсервировали шкуру животного и хранили ее в разных местах. При этом, чтобы найти покупателя, привлекли еще трех соучастников. Когда соучастниками был найден потенциальный покупатель из числа иностранцев, один из фигурантов пришел на встречу с последним, чтобы сбыть шкуру. Своими преступными действиями группа мужчин причинили ущерб Российской Федерации в размере свыше 2 миллионов рублей. В ближайшее время будет предъявлено обвинение и другим соучастникам преступления.